Ну, сами видите, что творится. Видите, еще светло, но меня вот тут специально оставил, очень уютно. Горит. Свет в кладовке в моей. Так. Вот показываю. Кусочек реализма. Ну, а что я хорошего скажу? Что в жизни нужен подход Роя Джонса, боксера, как его описал Гендлин. А именно, что он написал, он сказал как-то так: фантазия перед лицом неизбежного. Или фантазия, там, я не знаю, изобретательность перед лицом какой-то опасности, лицом какой-то непреодолимой силы. Вот так и надо. Творчески, вот этот конкретный день ты можешь выкрутиться, выкручивайся. Не надо всех в общем днях думать. В этом не можешь выкрутиться, выкручивайся, а завтрашний день, может, он и... Никто не знает, какой он будет.